В Наукограде Кольцово открылось новое производство. Компания «Вектор Биальгам» будет выпускать вакцины гепатита А и АБ на линии, оборудованной по стандартам GMP. Запуск такой линии позволит напрямую работать с зарубежными фирмами, проводя лицензирование препарата за границей. Сегодня вакцина поставляется в Белоруссию и Узбекистан. Ведутся переговоры с Украиной и Индией. Это совершенно новое производство, совершенно новые технологии используются. Не только инженерные системы здесь современные, но и новейшие технологии с использованием уже в дальнейшем и нового штамма, который непосредственно разрабатывался ЗАО «Вектор Биальгам». Первоочередную задачу о обеспечении России именно вакцинными препаратами, а именно вакцины А и АБ, на сегодняшний день можно сказать, что это решена проблема. Пожелаем Биальгаму и удачи на рынке, и новых идей, и новых воплощений. Так что приятно, что муниципалитет тоже как-то поучаствовал на проектной стадии маленьким кредитом, а дальше уже миллион рублей, а дальше уже сама фирма сумела привлечь и инвесторов, и подрядчиков. И вот те 2500 квадратных метров аттестованных по GMP и весь корпус более 8000 квадратных метров, я думаю, что будет серьезным заделом для выпуска высококонкурентной конкурентоспособной продукции. Сегодня в России рассматривается государственная программа по обязательной вакцинации населения против гепатита. А компания «Вектор Биальгам» – единственный производитель вакцины против гепатита А и АБ в России. По качеству продукция не уступает зарубежным аналогам, зато выигрывает в цене. И уже успела зарекомендовать себя. С ее помощью несколько лет назад удалось погасить вспышку гепатита в Средней Азии за 3 месяца. Вся работа у нас построена на 3 основных этапов: накопление культур клеток, заражение вирусом гепатита А, штамм ЛВА-86. После этого идет процесс инактивации, потом идет процесс розлива препарата и фасовка и поставка потребителю. Система GMP предполагает высокую степень защиты. Вирус не сможет попасть во внешнюю среду. Помещения оборудованы шлюзами. Сотрудники работают только в специальных одноразовых костюмах, а перед выходом принимают душ. Идет сверху стоит фильтр, идет воздух, выдувает все весь грязный, как бы чистый воздух. Около месяца уходит на изготовление вакцины. Из помещения в помещение материал движется через передаточные окна, минуя коридор. После инактивации вируса вакцина разливается в ампулы. Все отходы производства проходят очистку. Мы как раз являемся свидетелем, что это одно из первых предприятий на территории Новосибирской области, которое соответствует всем нормам GMP. Конечно, эту вакцину давно ждали на территории Российской Федерации. И приятно слышать то, что необъятный рынок ожидает вот эту вот фирму. Для Наукограда Кольцова открытие нового производства – это дополнительные поступления в бюджет и появление рабочих мест. Сейчас на предприятии заняты 60 человек. Планируется расширение штата до 250 работников.